Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Лоськов, я брендшеф компании Мираторг. И сегодня мы произведем разделку отруба толстый край на кости или рибай на кости. Это Black Angus категории Prime, 250 дней зернового откорма. Давайте начнем. Отруб ни в коем случае не моем. Берем бумажные полотенца и удаляем излишки влаги. В данном случае мы имеем отруб рибай, который нарезается с 5 по 12 ребро. Здесь мы видим 7-реберный рибай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 косточек. Первое, что мы можем сделать? Знаменитый стейк ковбой на кости. У нас получается сам рибай, кость и прикостная ткань, жировая и мясная. Далее, стейк на кости, ковбой, но зачищенный. Вот такой у нас получается стейк. Довольно-таки очень ощутимого веса, такого приличного, около грамм 800. Зачищаем кость. Полностью срезаем мясо с кости. Ударяем небольшие остатки жира. Это у нас все можно использовать для рубленых изделий, полуфабрикатов. Немножечко также удаляем остатки жира. Подрезаем возле у кости. Возле кости. И у нас получается вот такой стейк с костью. Уже будет называться стейк томагавк. Далее возьмем метод разделки на компанию. Отрезаем две кости. У нас получается большой кусок один. И второй кусок тоже. Две кости. Также зачищаем жировую прослойку до кости. Так, придаем небольшую геометрическую хорошую форму. И между косточек также зачищаем мясо. С одной стороны и с другой. Первая часть. И также производим зачистку второй части.
Это у нас идет уже как банкетный вариант на компанию. Целиком два куска запеченных. Рекомендуемая прожарка Medium, так как это категория Prime. Мраморности, видите вы, много. Мраморность хорошая. 250 дней зернового откорма. Black Angus. Соответственно, прожарка, учитывая количество жира, я рекомендую Medium, Medium Well. Ни в коем случае не Well Done. Medium Well тоже в исключительных случаях. Для того, чтобы ощутить всю сочность, аромат и вкус этого мяса, для таких стейков предлагаю прожарку Medium. Итого у нас получается стейк ковбой, стейк томагавк, зачищенный полностью на кости. Стейк у нас получается биг стейк, или как называют его, большой стейк. Это уже идет в запеченном виде на большую компанию. Вот. То, что у нас. И остается у нас с вами всего лишь однокостный также кусок, который мы подравниваем. И у нас получается второй стейк ковбой.